Всем бобра! Предлагаю продолжить разговор о русском фольклоре. Дело в том, что древнейшие знания сохранились не только лишь в сказках, но и в играх. Более того, нужно понимать, были слова, которые относились к миру живых и к миру мертвых. Таким образом, мы постепенно подошли к миру магии. Сразу скажу, что магии в том смысле, как ее понимали наши предки. Если мне возразят о величайшей цивилизации, сразу соглашусь. Вот только, судя по всему, была некая гибель прошлой цивилизации. То ли потоп, то ли какая-то термоядерная война и так далее. А человек может деградировать всего за одно поколение. Некоторые знания могут переродиться в карго-культ. Однако знать их не только нужно, но и полезно. Сразу пример. Мы можем помочь нашим исследователям истории. В частности, Вадим и другие исследователи столкнулись с такой проблемой, как хроносдвиг или некий необъяснимый провал во времени. Как ни удивительно, найти утерянные годы поможет банальный русский фольклор. В каком веке мы сейчас живем? В 21-м, скажет мне самый умный и образованный. Я сразу с ними соглашусь. Один век – это сколько лет? 100 лет, скажут мне многие. А почему 100? Допустим, у восточных народов, откуда мы берем свои гороскопы, всякие года – лошади, обезьяны, свиньи, собаки – считают, что век – это 60 лет. Почему 60? Животных ведь 12. Так это один круг равен 12 годам. А еще есть 5 стихий. Допустим, человек родился в год огненной лошади. Через 12 лет – снова год лошади, но уже водяной какой-нибудь. А еще через 12, скажем, год земляной лошади. Вот только через 60 лет круг замкнется и будет снова год огненной лошади, а значит, прошел век. Откуда мы считаем современное летоисчисление? Многие скажут, от новой эры. И немного слукавят, они ошибаются. Правильно говорить, от Рождества Христова. А сколько прожил Христос? По Библии 33 года, а значит, первый век равно 33 года. Второй век начинается в 34 году. Почему так? Наша память – настоящий кладезь информации, архаичной информации. Никто не знает, сколько мне лет на век отпущено. То есть мой персональный век. Итого, так как мы считаем от Рождества Христова, очевидно, его век – 33 года. Кто второй после Христа на земле по святости? Апостол Петр, если по Библии. И Христа он пережил, кажется, лет на 5. Но могу тут путать. Значит, второй век длился примерно лет 5, ну пусть 10. Итого, третий век начался где-то в 38 году, а не в 201. Это мы уже 63 года так нашли. Кто-то все, как-то, знаете, все мистически, магически получается. Вот и поговорим теперь о магии более плотно. Как я и говорил, слова делились на живые и мертвые. Например, тосковать могут исключительно живые, а печалиться исключительно мертвые. И мы это находим подтверждение в нашей же литературе. Все те, кто знакомился с фольклором, талантливые, гениальные писатели, они это четко знали и использовали. Например, существует очень уважаемый мной писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, который написал гениальную пьесу «Иван Васильевич». Многие эту пьесу видели в виде художественного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Там в ходе действия царь Иван Грозный, благодаря машине времени, открывается портал, переносится в наше время. А к нему пристает жена Бунша, думая, что он ее муж. Он говорит: «Уйди, старушка, я в печали». Ну как в печали, он же вроде живой. Могу напомнить слова мужа этой старушки, так называемого Бунша. Он говорит: «Они не могут стрелять, они же все покойники». То есть Булгаков также знаком был с нашим фольклором и использовал вот такие вот пасхалочки. Кстати, у него очень много пасхалочек, не все их понимают. Ну, для примера возьмем его произведение, которое ценят многие, «Мастера Маргарита». «Никогда не просите, сильные мира сами вам все дадут, сами все предложат». Я сейчас, может быть, не очень точно цитирую. А что это за фраза? Фраза принадлежит Валанду, то есть, в принципе, дьяволу. Что он говорит? Он говорит в противоречии так называемой Нагорной проповеди. Христос говорит: «Просите, и дано вам будет, а стучите, и отворят вам». А Воланд говорит: «Никогда не просите, сами предложат и сами все дадут». То есть он антипод Христа, поэтому он и говорит обратное.
разобрались с этим вопросом, да? Переходим, значит, к играм. Игры, как я и говорил, обучали магии. Ну, в той магии, как ее понимали наши предки. Возьмем самую простейшую игру, в которую, как минимум, слышали все, возможно, даже многие играли. Значит, игра называется «Ладушки». Давайте, значит, по стишку. «Ладушки, ладушки, где были у бабушки, что пили, что ели кашку, что пили брашку». Значит, кашка сладенько, брашка пьяненько, и полетели, и на голову сели. Как происходит сама игра? Значит, стучим друг друга в ладони, да? И при этом произносим эти стихи. Что мы слышим в этих стихах? Мы были на тризне у бабушки. Почему? Потому что ели сладкую кашу. Это что такое? Это кутья. И пили сладкую брашку. Кто будет наливать ребенку? Ребенку никто наливать алкоголь. Вот она пьяненько не будет. Могут только в случае какого-то религиозного обряда предложить небольшую дозу. Если кто-то скажет, что наши предки, вот язычники, дикие были, спаивали детей, они глубоко ошибаются. Например, существует сейчас обряд причастия, там небольшую дозу алкоголя в виде вина предлагают даже детям. Во время причастия, типа, вино – это кровь Бога. Но никто ему стаканами ребенку, соответственно, не наливает. Я думаю, наши предки были не глупее, и во время тризмы ребенку там какую-то ложечку брашки давали, и, соответственно, там не было, пили литрами, и там спаивали детей. Такого, я понимаю, не было. А кто полетели? Полетела бабушка. Куда она полетела? В лучший мир. Вот она, вот она. А почему, значит, он играет с бабушкой? Она же живая. Вот эти вот владушки. Дело в том, что ребенок магически не прокачан. Он еще маленький, он еще слабенький. Соответственно, бабушка исполняет роль будущего покойника. Когда он, ребенок вступает в контакт с миром живых через будущего покойника, так как она более старый член семьи и вперед всех должна уйти, но, ну, во всяком случае, если все будет правильно, все будет верно, раньше, чем мама и папа, на тот свет. А ребенку уже вкладывали понятие, то, что мир мертвых и живых – это есть единое целое, и они взаимодействуют. Дальше, глядите, переходим к игре «Салочки». Что такое игра «Салочки»? Игра «Салочки» – это игра среднего класса. Что значит среднего класса? Мы все, даже сейчас, обучаясь в школе, имеем первый класс, второй класс, выпускной, условно говоря, класс, да? Задачки первого класса намного проще, чем задачки второго класса, а задачи в выпускном классе намного сложнее, чем задачи для начальной школы. Поэтому также было некое деление условное на классы обучения. Игра «Салочки» на самом деле достаточно магическая игра. Во время этой игры, во-первых, развивалась, значит, коллективная взаимопомощь, во-вторых, общение с миром мертвых. Во время игры можно было попросить помощи у мира живых и у мира мертвых. А значит, как игралась сама игра? Сейчас многие знают «Салочки» как догонялки и бесконечная версия. Ведущий бегает за всеми, кого он замаял, бегает тот. На самом деле было не так. Допустим, играет 10 детей. Есть один ведущий. Он бегает, 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 поймал одного. Они уже вдвоем ведущие. Они бегают, два человека за 8 людьми. Вот эти двое поймали еще людей, и уже 4 человека бегают за 6 детьми. Соответственно, 4 поймали еще 4, уже 8 человек бегают за 2. И рано или поздно они в любом случае побеждают. Если это можно назвать победой. Дальше. Соответственно, так как игра более усложнена, как понятно, да, можно просить помощи. Помощь из мира живых. Самая простая помощь была в каком плане? В начальных, так скажем, обучении. Ты кричишь на помощь, человек пробегает между тобой и догоняющим, догоняющий после этого не имеет права тебя преследовать, он должен бежать за тем, кто пробежал между вами. Более сложная версия. Ты кричишь на помощь, человек обязан к тебе подбежать и взять тебя за руку. Вы стоите, держитесь за руки, вас нельзя в этот момент замаять. Он должен сменить, преследовать кого-то другого. Следующий момент.
Как мы помним, игроки, которые убегают, постепенно выбывают из игры. Вам рано или поздно, возможно, даже будет некого позвать. Тогда вы можете обратиться за помощью в мир мертвых. В этом случае человек подбегает к печи, прикладывает руку и говорит: «Чур, не я, чур меня». В этом случае ему дается фора отбежать, отойти, отдохнуть. И дальше продолжается игра. В этом случае что значит чур? Чур — это сокращенно от щур. А щур — это в свою очередь сокращение от пращур. То есть в этот момент человек вызывает пращура, и считается, когда он приложил руку к печи с той стороны и с того света, пращур приложил свою ладонь, поделился своей силой, мудростью с убегающим ребенком. Казалось бы, а как вот, значит, наши пращуры участвуют в детских играх? Зачем им это? Вспоминаем, что это не только просто игра, это еще и прокачивание магических способностей ребенка. Ну и к тому же они развлекаются. А какой же там условный прапрапрадедушка или прапрабабушка не хочет посмотреть на своего прапраправнука или прапраправнучку, порадоваться за детей, ну и, соответственно, помочь им развиться? Да любой предок будет рад оказать эту помощь. Более того, вот это вот чур не я, чур меня, вот эта вот связь через печь уже взрослыми людьми устанавливалась без всяких догонялок, а запрашивалась вот такая вот магическая помощь, ну как бы перекачка маны, перекачка мудрости предков, и это как бы помогало, так считалось. Я не знаю, было это на самом деле, помогало это, помогает ли это, тут я сказать ничего не могу. Я говорю о том, как это было в традиции. И последняя, пожалуй, самая страшная игра, она выпускного класса. Так называемая игра в жмурки. Еще раз напоминаю, наша память крайне архаична. Она хранит то, что мы даже уже шифры, кажется, потеряли. Ну, мало кто знает, что значит игра в жмурки. Намекну. Кто такой жмур или жмурик? Ага, поняли, покойник, да? То есть вы понимаете, что это за игра? Это игра с мертвецом, игра со смертью, игра с покойником. Почему это игра выпускного класса? Она относилась как-то к инициации. Что такое инициация? Самая древняя инициация проводилась как у мальчиков, так и у девочек. Их вывозили в лес, там они проходили обряд, после этого обряда они становились полноценной мужчиной или женщиной и полноценными членами общества. Они получали слово на круге. Это не значит, что дети были до этого немые и им запрещали разговаривать. Никто не запрещал. Развивай артикулярный аппарат. Разговаривай. Развивай свою речь. Все только за. Но когда идет общий совет старших, жителей деревни, города, ну, ребенок не имеет права голоса, права слова. Кто его будет слушать? Иди отсюда, а то по попе настучу. Вот. В этом случае уже получали эти права высказываться. Соответственно, женщина получала право выходить замуж, мужчина право жениться. Как проходил этот обряд, мы, к сожалению, утеряли. Но при всем при этом примерные намеки нам сохранились в сказках. Значит, следующая сказка, когда отец вывозит дочь, значит, на смерть в лес. В последующей интерпретации появляется мачеха, злая мачеха, которая требует избавиться от падчерицы. В чем глупость данной интерпретации? Дело в том, что, возможно, уже забыли, что есть такая вот инициация, или она была когда-то, поэтому ее... Так как забыли эту вот мотивацию вывоза ребенка в лес, судя по всему, пытались придумать мачеху, что якобы из-за мачехи. Хотя на самом деле причина намного глупа. Ну, глупая на самом деле. Вот подумайте сами. Нужно вам избавиться от дочери, вы там подкаблучник, мямли и так далее. Ничего не можете возразить, значит, новой жене. Ну, выдайте ее замуж за последнего дурака в деревне. Не знаю, отправьте, выгоните просто из дома. Зачем ее ввозить в лес, чтобы она погибла? Но тут как раз вот потому что забыли. И что происходит в лесу? В лесу есть некая избушка. Тоже, опа. То есть, если нет никакого обряда инициации, зачем там стоит эта избушка? Кто ее построил?
Вот. Это отголоски вот именно этого момента. Значит, в избушке девушка находится не просто так. Ее с собой снарядили. У нее, например, есть каша. Не забываем, что каша – это ритуальная пища. Подходит мышка и говорит поделиться с ней пищей. И девочка делится с ней пищей. Тут надо помнить одну вещь. Мышка – это не просто так. Мышка – это существо, которое живет под землей и одновременно бегает на земле. То есть, с точки зрения магического мышления предков, она под землей общается с нашими умершими и, соответственно, на земле общается с живыми. То есть, это такое связующее звено между миром живых и мертвых. И девочка, так как она прошла хорошо обучение перед инициацией, она знает, что с мышкой не надо спорить, поэтому она ее кормит. Ночью приходит медведь и предлагает поиграть в мертвеца, иначе говоря, в жмурки. Завязывают ему глаза, медведь самый интересный говорящий, он сам предлагает это. Девушка отдает колокольчик мышке, соответственно, медведь ловит девушку, а звенит мышка, то есть это разные объемы, он не на том уровне ловит, поймать он мышку поэтому не может. Девушка в конце приходит утро, выигрывает эти жмурки. И, соответственно, она выиграла, она прошла обряд инициации, она возвращается с честью в свою деревню, она получает все права, становится полноценной женщиной. Отправляют сестру. Сестра с мышкой на контакт не идет. Она, соответственно, плохо училась. Медведь ее догоняет и разрывает. Потом, соответственно, когда уже про обряд инициации забыли, появляется злая мачеха, сказка смягчается, звучит она так. Девочка, которая выигрывает эту игру, получает приданное и может выйти за завидного жениха. У нее отличное приданное. А девочка, которая не прошла, не получает приданного, над ней все смеются и светят ей замужество только за самым худшим парнем в деревне. Соответственно, сказка сохранила какие-то предания, но в говорящих медведей, мышей я как-то не верю. Да и вы, наверное, тоже. Поэтому мы можем только предполагать, как на самом деле проходил обряд, но, судя по всему, в этом обряде можно, в ходе его прохождения можно было еще и погибнуть. Кстати, мышь. Мышь вообще, так как она связующее звено между, соответственно, миром живых и миром мертвых, есть такая фраза, сейчас я вам скажу, вы ее знаете, она архаичная, не раз ее слышали, но не очень понимаете. Мы мыслью по древу. Просто мышью по древу уже как-то разошлось, то есть мы уже не понимаем, мы говорим мыслью по древу. Какой мыслью, почему по дереву? Нет смысла, да? Теряется смысл. А если мышью по древу, то есть связующим звеном между миром живых и мертвых, уже начинает приобретать смысл. Какое древо? А древо мироздания, где корни – это подземный мир, как вот наши предки считали наземный мир, ну а верхушка дерева, как я понимаю, мировое дерево. Вот она откуда. Мыслью по древу. То есть мышью по древу, мыслью по древу имеется мышью по древу. Или мыслью по древу. Имеется в виду смысл того, что ты что-то по всему миру как-то разбежался, и ты и там, и там, и там, и ты нигде. Ты уж определись, дорогой товарищ. Причем смысл этой фразы у нас сохранился, а откуда ножки растут, мы уже потеряли. Но мы потихоньку подошли в ходе рассказа, в ходе разговора к такой теме, как дерево. К такой теме, как лес, к такой теме, как печь, к которой прикасаются. Ну, ролик получается очень длинный, поэтому давайте договоримся следующим образом. В следующем раз мы поговорим о колодце, о дороге, попытаемся поговорить о печи, потому что печь – это отдельная вещь, про нее надо очень долго говорить, о лесе между мирами и о многих других магических вещах. Что мы вынесли из нашего разговора, как это говорится, сказка ложь, да в ней намек. То, что фольклор это не только лишь сказки. Фольклор это еще игры.
И некоторые игры связаны с обрядом инициации и не так просты, как нам кажется. И некоторые игры обучают магии. В магию можно верить или не верить, но наши предки в свое время верили. Всем бобра! Шучу! Еще мы выяснили то, что слова есть мира мертвых и мира живых. И выучили жест мертвых. Смотрим. Побочно доказывает то, что была единая цивилизация этому жесту. Никто никого не учит, архаичная память его сохранила, и так сдаются в плен итальянцы, немцы, французы и даже азиаты-японцы. А теперь всем точно бобра!